И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас только вот буквально 5 минут назад появилась пушка Гаусса. Вы сейчас это видите на основных серверах, это не какие-то там тестовые сервера, все, пушка у нас на основных серверах. И за мою скорость, за мою информативность, прямо сейчас поставьте палец вверх на данный видеоролик и не забывайте, ребят, подписываться. Также, ребят, разыгрываем в данном видеоролике боевой пропуск, поэтому прожимаем палец вверх, подписываемся на канал и, конечно же, не забываем писать комментарии, в комментариях свой ник. Ну а мы быстренько сегодня вот так вот прямо-таки сейчас приобрели пушку Гаусса и решили для вас записать такого рода видеоролик. Не знаю, что у нас получится. Собрали мы тут всяких нагибаторских киберкотлет и сыграем 2 на 2 на Гауссах. Без МПК, конечно же, пока мы пушку данную не прокачали. Я не вижу смысла особо, у нас же нету супер-мега большого количества кристаллов, поэтому через день у нас уже будет все это дело, конечно же, М4. Ну и тогда сможем уже покатать, посмотреть, насколько она вообще актуальна в игре, насколько она будет нагибать. Я надеюсь, что будет довольно-таки все интересно, информативно и нагибаторски. Ну а сегодня просто первый такой вот, можно сказать, обзорчик пушки в виде дуэльки. Не знаю, что у нас из этого получится. Особо я, можно сказать, так и не играл на этой пушке, но надеюсь, что получится довольно-таки грамотно, интересно, потому что пушка такая вот прикольная, что-то связанное с громом и страйкером. Если кто смотрел видеоролик, тот знает вообще, какое мнение у меня о данной пушке, и я считаю, что она довольно-таки такая достойная и нагибаторская должна быть. Поэтому сейчас посмотрим, насколько вообще круто на ней можно будет здесь прямо-таки сейчас тянуть. 10-12 у нас уже делит, поэтому мы прожимаем дел и уходим на респы. Дроп уже на карте у нас имеется, здесь битвочка без нарки, поэтому попробуем сейчас показать что-нибудь довольно-таки интересное. Не знаю, даже есть ли смысл сразу сходу сводиться, я думаю, что особо смысла нету, поэтому попытаемся здесь сейчас просто с фланга зайти, накидать урона. Опачки, первый выстрел, второй выстрел, отличное было сбитие имморталу. И сейчас можно уже было бы, в принципе, увозить. Нет, блин, не успел сбить, он мне свелся. Ну, не сказать, что такой прям колоссально большой урон, даже при всех тех раскладах, то, что у нас имеются резисты. Но сейчас я даже, наверное, таки прицел сбил. Неплохо, неплохо, достойно, достойно. И... ох, боже, чуть мимо флага не проехал. 1-1, нормально, достойненько. Здесь сейчас должен перестреливать. Отлично просто сбивает данная пушка прицел. И это очень даже грамотно в каких-то ситуациях, но сейчас... ведь Мергелян уходит на респ, и у меня имеются небольшие проблемы, но здесь одного добираем, и второго добираем, отлично, отлично, супер, двоих слили, а теперь можно уже и флажочек-то повести. Давайте попробуем здесь свестись, не знаю, получится у меня или нет, да, получится, отлично, 1200 урона, вот эта сводочка, конечно, не так много урона, как хотелось бы, но 1200 тоже залпа достойно будет. Давайте поедем на центр, попробуем здесь забрать дропчик, там Тёма уже, наверное, мне... в спину сводится. Отлично. Здесь накидываем. И можно было бы, наверное, добирать здесь. Нет? Получится у меня добрать? Да, получилось. Отлично. Отличнейшим образом здесь добираем. А ведь с аптечку еще забрал. Молодец. Красавчик. Нагибатор. А вот теперь я буду просто спокойнейшим образом выдвигаться на доставку нашего, конечно же, флага. Блин. А ведь Смергелян здесь, наверное, меня подстрахует. Нет? Ох, какой выстрел шикарнейший сейчас он выдает. Блин. Серьезно, эти молнии так очень красиво даже выглядят. Попробуем здесь сейчас увести флаг. Я надеюсь, что у меня это получится сделать. Здесь три выстрела, отлично. Мы даем по противнику. Здесь можно будет спокойнейшим образом сейчас увозить. Полторашку я, конечно, сейчас получаю. Ох, еще и сплэш урон отлично работает. Супер. Вижу дроп. Конечно же, я еду его собирать. Я же не могу оставить этот дроп противнику. Здесь Тёма будет тоже, наверное, уходить на делит. Блин. Здесь было бы неплохо, конечно, дроп оставить под Аветиса. И флажочек под него оставить. Было бы вообще замечательно. При том всем раскладе, то что Тёма сейчас будет забирать дроп. У нас не совсем хорошая ситуация в этом плане. Получается. Аветису надо урон, конечно же, накидывать по противнику. Если у него сейчас получится накидать довольно-таки большое количество урона, то я потом даже смогу вернуть, наверное, флаг. Надо было Аветису скидывать. Зачем он поехал с флагом на возврат? Не знаю, смысл было этого делать. Но ладно, окей. Как говорится, Аветис лучше знает, что ему надо делать, поэтому не будем его здесь осуждать. Все же это профессиональный нагибатор танков онлайн, а я какой-то нуб в чемпионе, поэтому давайте не будем здесь
Ничего такого говорить. Артемика не перестреливаю, как жалко. На 0 хп он здесь остается. Не знаю, что там у Овети Смергеляна. Овети там что-то тоже поперекидывался. И есть все шансы у нас сейчас, наверное, увести этот флаг. Если я успею, Иммортал там летит. Еще и отличную сводку выдает. Блин, может быть очень печально сейчас. А, хорошо, есть контакт. Здесь он, главное, уши чтоб не поднял, а то если поднимет уши, то будут проблемы у меня. Аптечку я здесь заберу. Отлично, просто божественная пушка. Иммортал уже в прицеле. Ну, прицел я бы не сказал, что так много урона наносит, поэтому сейчас я здесь выжил. Выжил, и, к слову, ребят, по углам сразу могу сказать то, что углы у данной пушки отличные. То есть, вы видели, сейчас я почти возле своей базы был, и угол верх-низа отличнейшим образом был прострелен. Я, если даже не ошибаюсь, гром такого сделать не может. То есть, на данной пушке это получается намного-таки лучше. Отлично, сейчас даже перестрелял Иммортал, а ведь еще будет здесь увозить флажочек, при том всем раскладе. То, что еще и ДАшка там имеется сзади него. Надо будет ее, конечно же, здесь забрать. А Иммортал, правда, уже по флангу. Мы пока 2-0 ведем с тандемщиком. Даже у нас не так плохо получается, оказывается, играть на таких пушках нагибаторских. Ух, как башню меня сейчас развернула, и меня здесь доберут, доберут, блядь. Чуть-чуть не получилось, плюс там дроп еще падает. Ну, прикольная, прикольная такая пушка. И мне интересно, что она будет вытворять на именно таки М4 вооружении. Ну и давай, давай, Аветис! Блин, Аветис не успел, жалко. А могло получиться неплохо. В упор подъехал, есть, шикарно. Сплэш урон, это тоже неплохая тема. Аветис здесь должен увозить, можно даже было бы и уши, наверное, поднять. Что касаемо сводки. Давайте я подниму, наверное. Заберу его, отлично. У меня получилось это сделать. Мне кажется, что даже без сводки урона быстрее больше наносит, не? Но это, возможно, мое только мнение. Не знаю, как оно на самом деле. Но пока получается довольно-таки прикольно и интересно. Я считаю, что за такое вы просто обязательно должны поставить лайк. Потому что я уверен на 100%, что еще никто не успел такого рода видеоролик записать. А у нас уже такой вот уникальный, интереснейший контент имеется. Это, конечно, очень-очень-очень достойно. При том раскладе, то, что мы уже полторасик просто выносим Иммортал Херодову. И сейчас можно было бы его здесь, наверное, даже забирать, если бы у меня был бы прострел. Но прострела вот здесь уже, конечно же, нету. Надо помочь Аветису. Блин, как я выстрел сейчас промазал ужаснейшим образом. И успею. Нет, блин, хп. Многовато хп. Чуть-чуть не получилось, обидно. Можно сейчас будет забрать, я думаю, здесь ДДшечку. И тогда уже... Блин, я не успею ее забрать. Или успею. Нет, не успею. Обидно. Сбиваем, сбиваем, сбиваем прицел. Конечно, сбиваем прицел. Как ты хотел? Как ты хотел, Иммортал? Отлично, супер. Еще и аптечку сейчас бы мне сверху эту забрать. А, там не было ее, блин, там право ДАшка падала. Я думал, аптека падала. Там, оказывается, падала аптечка. Не аптечка, вернее, ДАшка. Обидно, обидно. Ведь уже на нее, к слову, выдвигается. Не знаю, он там перестреляет его или не перестреляет. Да, перестреливает. Отлично. Отлично. Урон накидываем. Накидываем, накидываем. Кстати, у нас, ребят, тут немножко нечестная такая ситуация получилась. Ну, ребята попросили сыграть на двадцатках, чтобы был резист хотя бы какой-то минимальный от пушки Гаусса. Но у меня-то двадцатки-то нету, пришлось 25-ку одевать. Вот такая вот ситуация, не совсем аппетитная и приятная получилась. Ну, здесь он вернет флаг. И, кстати, как было сейчас красиво. Я даже не смотрел в ту зону, и у меня получилось отличнейшим образом попасть. А вот сейчас Иммортал, похоже, промахивается. А мне надо накидать на Тёмика. Ох, какой тысячоночный урон красивый вылетает. И сейчас я даже могу, наверное, вот здесь так сыграть. Да, даже сплэш отличный у данной пушки. И отличнейшим образом у меня сейчас получилось здесь накинуть. И даже два танка, они просто уходят на респ. А мне нужно, конечно же, скинуть флажочек под моего любимейшего тиммейта. И сейчас можно было бы, конечно, попробовать здесь накинуть. Но надо, конечно, одного сначала было бы разобрать, но я не помогаю Витису. А, и тоже мимо летит ужасно. Я сейчас очень плохо сыграл, прям очень плохо. И сейчас они будут здесь ставить, плюс еще аптечка по центру. А, Витис уходит. Вернее, Тёма тоже ушел на респ. Ой, отличнейшим образом сейчас аптечку мы здесь забираем. Даже плюс урон выдержал. Отлично, отлично, супер. Просто мы сейчас здесь на фланге. На фланге, а ведь Смергелян где? Где ведь Смергелян? Отлично, супер. Просто сейчас обманул по-красивому. Еще ДДшка падает. Тёма ее, правда, уже, наверное-таки заметил. Нет, не заметил, едет просто на аптечку. Собью я ему, наверное, просто аптеку здесь. Давай, корпус, корпус, разворачивай, разворачивай, разворачивай. Еще. Добивать надо, добивать здесь теперь точно, точно добивать надо.
Нельзя здесь давать больше движения противнику на такой-то интересной пушке. Еще и сбить удалось. И дважды сбить удалось. Отлично. Просто супер момент. И неплохо даже получилось, если честно. Блин, здесь бы по Авитису не попасть. Не хотелось мне урона здесь ему наносить. Поэтому давайте лучше здесь попытаюсь разобраться с Имморталом. Было бы неплохо ему сейчас здесь урончика понакидать. Полторашка вылетела, отлично, он себе еще нанес урон. Пол хп у него даже меньше остается. Они там, конечно, на голосе пытаются как-то четко нагибать, но я думаю, что у меня сейчас прямо-таки здесь должно все получаться. Отлично. Отлично, отлично. Отлично, накидали. Просто какой дробовик конкретный с большим накидом урона у нас имеется. Это очень круто и достойно вообще выглядит. У Аветиса осталось 0 хп. Здесь скидка своевременная, конечно же, от него производится. И мне надо только откатиться чуть-чуть назад, потому что сейчас будет явно у нас проблемы. Одна минута до конца, еще и ДДшка оставала. Оставлял он под меня эту ДД. Я не видел эту ДДшку, если честно. Не видел я эту ДД. Зато видел, сколько урона можно было бы сейчас накидать. Блин, сейчас будет печаль, беда, как же, блин, жестко. Он сейчас накинул 3-3, блин. Ну это прям битва богов каких-то. 3-3, ничего не получается сделать, надо потемнику накидывать. Давай потемнику, а ведь при том, что разобрался, надо быстро возвращать флаг. Давай, 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 баночка, хорошо, здесь возврат будет. А ведь увозит по центру за аптекой, хорошо, молодец. Я сейчас здесь заблокирую, отлично. Отлично, не успеет он здесь Аветиса добить. Отлично, 30 секунд до конца. Правый респ, пожалуйста, да, есть. Меня боги слышат, конечно, правый респ. Аптечка в центр под Иммортал оставляется. Ага, конечно, держите в курсе. Под Иммортал аптечка не будет оставаться. Я сейчас успею, наверное, или не успею. Не успею или не успею, успею или нет. Успею или нет, успею или нет. Успею, успею. Отлично, нет, блин, надо было откатываться, а не ехать вперед, обидно, обидно. 4-4, очень жесткая. Интересная, но с маленьким уроном пушка. Мне вот почему-то кажется, что урон не такой сильный, как должен быть. Но мы это просто играем-то, ребят, с резистами. Вы тоже понимаете, что без резиста явно данная бы пушка наносила бы намного больше и нагибала, соответственно, тоже лучше. Но имеем то, что имеем. Достойная, интересная. Уже совсем будет М4-я. И вот тогда мы уже на полную увидим мощь данной интересной пушки. Если, ребят, понравился данный видеоролик, обязательно не забывайте прожимать палец вверх, подписываться на канал. Ну и также, ребят, не забывайте, что конкурс на боевой пропуск у нас имеется. И как только 300 лайков на данном видеоролике у нас наберется, мы сразу же разыграем на стримасике под данным видеороликом именно таки боевой пропуск. У меня, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.